Есть одна китайская мудрость. Внешняя картина порождается сердцем. Ниже мы расскажем, когда и почему возникла эта фраза, а также какой глубокий смысл она в себе содержит. Считается, что впервые она вылетела из уст древнего китайского философа Гуйгудзы в период весны и осени, 770-476 года до нашей эры. Можно ее встретить и в книге «Размышления о духе и внешности», написанной Си Иченем во времена династии Сун, 960-1270 годы нашей эры. Су Дунпо, 1037-1101 годы, был писателем, художником, каллиграфом, знатоком лекарств и чиновником при династии Сун. Он известен как один из самых популярных поэтов тех времен. Однажды Су Дунпо пришел в храм, где монах сидел в медитации. Когда обитатель храма закончил упражнение, Су почувствовал, что ему стало очень легко и комфортно. Он спросил у монаха: «Когда ты сидел в медитации и увидел меня, кого я тебе напомнил?» Монах ответил: «Ты выглядел как статуя Будды, очень торжественно». Су был очень рад это услышать. Тогда монах спросил: «А как выглядел я?» Су решил подшутить над ним и сказал: «Ты напомнил мне кучу коровьего навоза». Монах промолчал. Видя, что такие слова не задели монаха, Су подумал, что одержал верх. Была у Су младшая сестра, очень талантливая девушка. Когда Су пришел домой, он самодовольно рассказал сестре, как оставил монаха в дураках. Сестра подумала немного и сказала: «Дорогой брат, ты сделал глупость. У монаха сердце, как у Будды. Вот он и увидел в тебе Будду. Ты же смотрел на него сердцем, полным коровьего навоза. Потому-то в твоих глазах он и выглядел так». Услышав мудрые слова сестры, Су призадумался. Он понял: монах хорошо себя совершенствует, поэтому у него всегда в сердце доброта, даже когда его поставили в неловкое положение. Если у человека доброе сердце, он будет смотреть на все положительно, и когда возникает какой-то конфликт, он может легко его уладить. Внешняя картина порождается сердцем, используется как напоминание, что происходящее вокруг человека прямо зависит от состояния его души и мыслей.